Это второй гала-концерт участников конкурса «Искра в Украине». Он проходит в Украинском театре. Ребята выступают в эстрадном жанре. Наш редактор Мария Ковалева внимательно следит за происходящим на сцене. Она отбирает будущих звезд АТВ, которые получат особый приз – годовую ротацию на нашем канале. Первая и самая маленькая симпатия АТВ – овидиопольская восточная красавица Даниэла Фарид, поющая на украинском и арабском языке. Петь. Я как балованная, люблю танцевать, петь. Вторая симпатия АТВ – гости из Днепропетровска, Акулова Дарья. Перед отъездом в родной город мы запишем ее выступление в студии «Гипертюб». Я всегда пою сложные произведения, передаю образ для зрителя. Послушайте этот голос. Девочки Моника Арутюнян и Золотова Валерия выиграли приз АТВ, но не пришли на гала-концерт. Мы их разыщем. И, наконец, девушка, которая поразила своим талантом не только редакцию АТВ, но и членов жюри, одесситка Дарья Изюмова. Запомните это имя. Меломан вообще, ну, из женских исполнителей мне очень нравится Нино Катамадзе, а из такой более подрывной музыки, наверное, Сергей Бабкин с КПСС очень нравится. Вот и все, это самое любимое. Мы тебя когда увидели, сразу сказали, о, одесская Адель, ты к ней как относишься? Люблю Адель, мне очень многие говорят, что на нее похожа, и мне приятно, она очень хорошо поет, и мне нравится ее энергетика, я смотрела многие ее концерты, и очень надеюсь, что когда-нибудь попаду на ее концерт лично. Дарья Изюмова заняла первое место по классу эстрадного вокала. О других призерах фестиваля расскажет его организатор Ольга Игоревна. Спасибо вам. Было у нас 4 гран-при. Сегодня вот только что было озвучено гран-при в номинации «Вокал». Это одесская исполнительница Дорогань Людмила. И гран-при в области хореографии увез ровенский коллектив «Лайт». А гран-при в конкурсе классического балета и академического вокала, гран-при балета уехала в Россию, в город Орел. И гран-при вокала уехала в Шостку. Сильнейшая вокальная школа Шостки приехала в Украину и забрала, в Одессу, прошу прощения, и забрала практически все первые места и само гран-при. В течение недели в рамках конкурса «Искра в Украине» выступали исполнители самых разных стилей и направлений. Громкие и тихие, оригинальные и не очень. Фестиваль проходит 5-й раз, но впервые в Одессе. И здорово, что нам удалось приобщиться к яркому празднику и даже выбрать звезд, которых вы сможете снова и снова видеть в нашем эфире. Елена Семинская, Давид Падун, телекомпания АТВ.